Включили? Да. А давайте приготовим сейчас эгнок. Традиционный коктейль на Рождество. Традиционный в Англии, в Европе и в США. На основе желтков, виски. И еще чего? И сливок, и специй. А кто не подписался на канал кулинарной вечеринки Анны Кравчук, тот не узнал. У вас есть время подписаться, нажать колокольчик и написать в комментариях, какие еще он знает рождественские напитки. Поехали. 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 Пишите. Так, я готова. Это что? Это мускатный орех. Берем мускатный орех. Орех не хочет быть съеденным. Не хочет. Такие мелкие кусочки. Мускатный отпахнет. Отпахнет. Вы чувствуете, как пахнет? Аромат. Это же Рождество. Пахнущее мускатным орехом. Чем оно тут еще пахнет? Виски. Яйца. Ого, прилично как мускатного ореха. Да. Гвоздика. Сколько? А, вон, смотри. Ну, 6-7. Прямо, короче, на вкладок попадает. Держи меня в руках. Сахарный песок. Сейчас я пойду в кадр. В кадр. Вот сейчас я чувствую, запахло этой гвоздикой. И стакан молока. О, боже. И всю эту красоту мы ставим на огонь и доводим до кипения. Всю эту красоту мы выливаем в раковину. Нет. Сейчас. Раз. О, 9, отлично. Получилось. Получилось. А в это время отделяем желтки от белков. Потому что нам белки нужны. А белки куда я дену? Будешь без этого делать. Прояви смекалку, Лена. Что? Сделаешь себе с утра омлет. Я не люблю белки. Я люблю желтки. Вот я тоже очень люблю желтки. Я люблю омлет из желтков, а не из белков. Сами ешьте из белков. Суп варите. Так куда рука полезла взять в кадр? Все. 80 грамм сахара. Все, не готово. Руку убери, смотри. Перетираю. Беру коричневый, так будет вкуснее. Активно, очень активно. Какая красота получается. Какое у тебя лучшее время взбивания желтков? Я не знаю, не засекала. А надо засекать. Ну, вон уже смотри. Прекрасно. Зачем у вас вино стоит на правом фланге стола, стесняюсь спросить, на левом? Это не допитышь. А бутылка? Да. Да. Это виски. А вино не надо сюда? Нет, не сюда не надо, только виски. Они нам за рекламу не заплатили, что ты его снимаешь крупным планом. Надо так заблюрить название виски. Шотландский. Вот так надо делать. А тут тоже виски, знаешь, вот так. Да. Все. Так, вот уже, извините. А ты не хочешь ложкой помешать? А не царапать мне плиту? Это тебе не газ. Убыточки-то калькулируются.
Подходит. Подходит к концу. Мое пребывание на кухне? Да. И бюджет. Тонкость, ручка. Вливаем наше молоко со специями. Яичную массу. Понеслась. Энергично. Это энергичный танец. Вот это молоко такое полупрозрачное. Отлично. 3,2%. Вас обманули. Вот это 2,8. 2,3%. Это значительно лучше. Теперь переливаем обратно. Куда? В сотейник и ставим на огонь. Яйца будем кипятить? Да. Будем варить яйца. Теперь будем варить яйца. Пошел. Очень. Так. Ставим на огонь. Вот он начал густеть. Сейчас мы добавляем сливки. Не снимаем. А на каком температурном режиме вы готовите, уточните, пожалуйста? На пятерочке. На пятерочке. Да, он не должен сильно кипеть, конечно, потому что яйца сварятся. А какой это эквивалент, если это газовая плита? Какая это интенсивность огня? А кто же не знает? Средний огонь. Спасибо большое. Потому очень что нам не ответ. Нужно, чтобы... Спасибо за точный ответ. Яйца заварились, потому что будут вот такими лохмотьями. Лила яйца лохмотьями? Да, яйца. Нам не нужно. Ни в коем случае нам не нужно. Нет. Это коктейль. Это коктейль? Да не лопухи. Яйца это коктейль. Мы его хорошо прогреваем со сливками. Да. Угу. Очень эротично. Вот, выключаем. То есть снимаем с огня. Внимание. И получается все лучше и лучше. Да, я вообще скоро буду спец. И добавляем 150 мл виски. Так. И вот он, родненький готов. Готов. Гоголь-моголь, или как он называется? Эгнок. Эгнок, извините. Эгнок. Гоголь-моголь – это детский, а эгнок – это взрослый. Конечно. Сейчас будем разливать и пить. Давай. Так красивее, когда вертикально держишь. Вот он, красивый. Ты пальцами закрываешь весь стакан. Нет, ты когда наливаешь пальцы, держи. Вот так? Ну, типа так. Я разливаю, конечно. Ну, красиво же. Конечно. Увольте ваших операторов. В следующий раз. Аккуратнее можно ли? Извините. Практично. Что творит? Merry Christmas. А? Happy New Year. Да. Merry Christmas, дорогие. Давай. Я видео выключила, а ты вот это... Счастливого Рождества!